Наконец-то, мои друзья, я нашел тот самый мир, где нет никаких правил, где я могу строить жилье, где хочу и когда хочу. Замечательно, где мне не нужно платить за него налоги. Ура! Этот дивный, прекрасный мир. Посмотрите, вот здесь, а здесь мой дом. Вот тут я планирую построить пекарню, печь вкусные пирожки, конечно же. Кто это? Эндер, что ли? Чё это? Путин, твою мать! Как он меня нашел? Боже мой, валим, валим! Давай, прыгай! Чуть не застрял, давай! Ну, давай, быстрее! Где он? Отстал, что ли? Блядь! Давай! Наверх! Может быть, он не умеет плавать вертикально? Я на это надеюсь. Так, куда прятаться? Прятаться! Ладно, так, придется прыгать. Да, прыгаем. Погнали! Хорошо, что здесь есть бассейн. Это... Кто там? Рвем когти отсюда! Тебя еще не хватало. Может быть, он отстал? Свинка. Нет, еще за мной бежит. Так, я думаю. Я думаю, нам нужно срочно рвать когти к деревне. Там, говорят, хорошие пушки есть. Солнце еще не скоро сядет. Так, что у нас тут по арсенальчику сегодня? В принципе, очень сочные пушки. Я надеюсь, он не знает моих секретных мест. Хотя какой секрет? Я в чистом поле стою практически. Так, ладно, нам нужно копать срочный тоннель, потому что другого варианта просто не может быть. Господи, зачем я копаю? Почему я копаю? Где я копаю? Для чего я копаю? Сколько тайн, сколько загадок! Это кто сейчас сказал? Бараш? Ну, я в принципе не против. Так, нам нужно срочно копать, чтобы быстрее попасть к святилищу душ. Через деревню Архея. Правда, говорят, там много криперов в последнее время водится, но можно сократить, в принципе, через заброшенный источник. Главное, чтобы... товарищ, вы в обморок упали, вставайте. Мы вас хотели всего лишь немножечко наградить за открытие новых земель. Спасибо вам. Ура, товарищи. Ой, спасибо вам большое, я так рад. Чем бы вас отблагодарить? Хлебом с солью, да? Вот вам хлеб и соль, спасибо большое. И нефть. Ну что вы, не стоит. Эта нефть не мне, это нефть народу.